Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Дзержинский УМВД России по городу Ярославлю раскрыта кража автомашины. 27 сентября в отдел полиции Дзержинский обратился житель Ярославля с заявлением о том, что была похищена его иномарка. К раскрытию этого преступления подключились сотрудники уголовного розыска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками розыска были установлены подозреваемые в совершении данной кражи. Оперативниками были организованы засадные мероприятия, в ходе которых и были задержаны трое подозреваемых, двое из них жители Ярославля. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, ведется расследование. Похищенная автомашина будет возвращена автовладельцу. Ну, смотри в камеру, представляй себе фамилию, отчество. А почему? Зачем? Для архива. Нет. Всех снимаем так. Убери руку от лица. Я не с адвокатом. Вы покажите. Здесь работаешь или что? Да, я работаю. Судим ранее? Нет. Татуировки на теле? Нет. Ты угонял-то, да, конкретно? Нет. Кто другой, да? Ну, кто с отверткой там открывал машину? Я не знаю, о чем вообще речь. А, то есть ты ничего не в курсе? Да? Я не буду без адвоката, в чем дело-то, я не понимаю, вообще происходит. По какой причине задержан? Угон автомобиля. Вот там вот выдавил заднюю форточку треугольную окно. И попал внутрь. А заводил провода? Ну, не заводили автомобиль. А, то есть там уже и полиция, да, подъехала? Нет, там машина давно стояла, аккумулятор все был севший, он сорвал замок с руками и... Тащили на трассе. А, на трассе? Ну, все понятно. Задержали-то где уже, при каких обстоятельствах? У дома. Адрес какой-то? Балич 12. А угнана откуда была? Панина 30, по-моему. А, ну, то есть здесь ближайшее, да, все? Угу. Ну, что, продавать-то он хотел, нет? Я не знаю, честно. Не в курсе, да? На намерение его сегодня не знаю. А давно знаешь, что его сам? Ну, знаю как бы давно, но тесно с ним не общался. Ну, раньше с ним привет, пока, а вот последние месяца полтора вот общались. Не судим? Нет, ранее не судим. За что сейчас задержан, знаешь? Сейчас задержан по 150, ну, за угон. Ну, соучастник, трое было. Ну, как, помог просто подугнать этот автомобиль.